Дорогие друзья, я рад вас приветствовать на нашем YouTube-канале. Буквально несколько минут назад в своем телеграм-канале известный российский телеведущий Андрей Малахов опубликовал страшную новость. А перед тем, как вы посмотрите этот выпуск, я очень прошу вас подписаться на наш канал, поставить лайк на это видео, написать любой комментарий и нажать на колокольчик. Только в таком случае вы будете получать уведомления о свежих выпусках каждое утро. Андрей Малахов сообщил о том, что вчера вечером в Нижнем Новгороде во время концерта серьезную травму головы получила известная российская певица Глюкоза. Как это произошло, мало кто знает. На данный момент Глюкоза находится в одной из больниц города Новгорода. Очень сильно переживаем за данную певицу. Только недавно она была выписана из больницы после ДТП. Смотрите наши новости, друзья. Мы следим за данной ситуацией и будем держать в курсе всех событий. Спасибо вам за то, что вы всегда с нами.